А что мы голов? Бодлые созрания тьмы. Но есть путники, что несут совет непоколебимый и негаснущий. О, это история о Равандиле. Приветствую, Магнус, или Магнар, без разницы. Я Равандил, и я ищу квест. Конечно. Да? Да. И? Да квест, блять. Хорошо. У меня есть знакомый маг с болезнью Альцгеймера, который живет у подножья миров Острогонья, близ Зубара. Иди туда и дай ему этот невъебительно крепкий жевательный табак. За это получишь мешочек серебряных монет или типа того. На улице все равно крепкость. Серьезно? Санный квест, нападай, принеси! Я что, блять, по-твоему, какой-то мальчик на побегушках? В смысле, у вас там что, с орками нет проблем или с бандитами? Или чего-нибудь, блядь, такого же крутого? Да, конечно, есть. Но не на твоем ложе. Для начала тебе надо... И как мне охота? Да квест мой выполни, твою мать. Клянусь молотом Сигмайра, вы реально дебилы тупые. Что это, блядь, вообще за дела такие? А, завали Хайлу. Если не хочешь брать у меня квест, то зачем ты тогда пришел сюда? Потому что в ином случае я потеряю волю к жизни и сдохну нахуй от того, чтобы делать блядские стулья каждый божий день. Светишь на дракона. Так что дай мне этот ебаный мешок с сушеных кореньев, чтобы мог засунуть его богом драты, прокаженный варпом губы этого волшебника. Ну, вы. Я жду. Тебе нужно прослушать описание. Просто дай мне мешок. Ворюга еба. После краткого приступа экзистенциального кризиса и решения его путем кражи имущества, эльфа Равандил продолжил свой путь, на котором после часов избеганий городской стражи наткнулся на бухую в хлам бороду с ногами, также известную как Бог, из-под которой довольно необычно торчали огромные скулы, продирающиеся сквозь клочья запутанных волос. Йоу, чё как? Ну так а ты часто приходишь или как еще? Завались, эльф! Неужели не видишь, что я занят тем, что смотрю тебе в глаза? А не могут отойти, пожалуйста? Нет! Ладно, почему? Ну все, слушай внимательно, струхи, говна кусок. Если ты сделаешь еще хоть один шаг со своей обоссанной матьмей, которую ты называешь париком, я внудохну тебя так сильно, что ты больше не сможешь ходить со своим вялым х**ом. Я засуну ботинок так глубоко в твою до блеска выбритую маленькую жопу, что тебе изо рта начнет разить кремом для обуви. Потом я вырву этот анальный шарик с твоего пояса и пихну его тебе в лицо. Я высеку тебя своей х**енной бородой. Я сделаю тебе пару рунных стальных яиц и с хирургической точностью прищу их туда, где должно было бы быть твое мужское достоинство, чтобы я мог перебать по ним своей железной пятью ногой х**ло. Пожалуй, я тогда просто пойду лору. Я знал, что у вас, скихайфово, нет чести, нет уважения, нет пива! Прощай, блядь. Всей хорошего дня. На этом моменте своего приключения эльф Равандил буквально хватал все, что не было прибито. Чтобы, как и любой хороший искатель приключений, продать позже фермеру-вырожденцу за немыслимое количество золота, дабы позволить себе кожаный гульфик. Однако такая тенденция к накоплению привела ко встрече с различными сомнительными личностями. Ой, мы еще с тобой не закончили. Ну тогда просто убей меня. Окей. И вот так кончается история о Равандиле. Грустная баллада о эльфийском разносчике пиццы.